Система QR-кодов введена по всему миру. Ежедневно мы рассказываем вам, какие противоковидные ограничения действуют в других странах. Сегодня о Катаре, одном из богатейших государств мира. Въезд для иностранцев туда запрещен. Граждане страны для свободного перемещения должны быть вакцинированы. Подробнее о жизни в пандемию за рубежом расскажет наша соотечественница. Все меры правительства направлены на то, чтобы люди просто должны были вакцинироваться, потому что иначе тебе просто здесь будет не очень комфортно жить. Например, если ты не вакцинирован, то ты просто не пойдешь в кафе, в ресторан, ты никуда не попадешь ни на какое мероприятие, потому что пускают только вакцинированных со специальным статусом. Да, есть что-то вроде QR-кода, есть приложение, которое называется «Эхтерас», и у тех людей, которые вакцинированы, у них там золотая рамочка вокруг зеленого статуса, и только с этой золотой рамочкой пускают в заведение. И, например, если я улечу из Катара, и чтобы потом вернуться, если я не вакцинирована, мне придется сидеть в отеле, по-моему, сейчас новое правило, 2-3 дня, до этого была целая неделя за свой счет, отели здесь, мягко говоря, не дешевые, и просто все вынуждены вакцинироваться. Плюс дети после 12 лет должны проходить вот этот тест, который быстрый, который на дому проходится, и этот тест они должны проходить каждую неделю, если они не вакцинированы. Либо дети после 12 лет тоже должны вакцинироваться.